Анонс и точная дата выхода шестой серии нового российского сериала «257 причин, чтобы жить». Шестая серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 23 апреля. В бесплатном доступе сериал будут показывать в мае на телеканале Супер. 257 причин, чтобы жить – это комедийный сериал о девушке, потерявшей смысл жизни и которая пытается его найти. Ей не обещали, что болезнь пройдет, а кое-кто из родственников грешным делом и вовсе считал, что ее дни сочтены. Новость о том, что болезнь ушла, огорчит многих в ее окружении. Молодой человек, выглядевший Д'Артаньяном на фоне ее больничной палаты, теперь не желает ее знать. Интрига и трагизм исчезли из их отношений, а затем исчез с горизонта и он сам. Сестра, привыкшая, что на ее карточку то и дело капают деньги на лечение сестры, в шоке от того, что снова надо жить на одну зарплату. Коллеги тоже не ждали возвращения Жени Коротковой, а некоторые и вовсе претендовали на ее место. Попереживав, что во время болезни ее любили, а сейчас она никому не нужна, девушка некоторое время не может понять, а ради чего ей теперь жить. Случайно наткнувшись на свой дневник, Женя понимает, что ей что-то не хватало. Туда во время болезни она записывала все, что ей хотелось бы сделать, если удастся побороть болезнь. Нелепые, эксцентричные до ужаса, простые, они стоят того, чтобы их осуществить. Желаний за время лечения у нее набралось немало – 257 штук, но здоровья и времени на их исполнение у нее теперь предостаточно. Напомним, шестая серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 23 апреля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.